Не, не то. Не. Я нашел звезды. Только вот кто ты? Язид Аль-Басра. Похож на индийца. Почти. Могол. Стоп, а разве Эвери не их грабил? Воровская честь. Как будто бывает иначе. Не, не то. Не. Третье? Эдвард Ингланд. Да, крепкий малый. Так, два имени я узнал. Этого нам должно хватить. Thank you.
Бинго! Что теперь? Я еще не понял. Может, отправим Сэму? Смеешься? Ну, он же у нас эксперт по пиратам. Сам сказал. Одна есть. Вторая. Последняя. Может, хоть он разберется? Знаешь, это похоже... Ну-ка. Зачем? Ты же сделал фото. Подержи. Видишь ли, у людей Эвери не было смартфонов, как ты понимаешь. Понимаю. И только так они могли найти подсказку. Это подсказки? Ну-ка посмотрим. Вуаля. Вот это похоже на пассаты. Вот это, конечно, широты. И, сдается мне, нам опять пора паковать чемоданы. Что? Prodeus Quod лицензия. Не может быть. Чего не может? Это же очевидно. Нейт. Как же я раньше не понял. Да хватит уже саспенс нагнетать. Чего ты раньше погоди, не понял? Погоди, погоди. Сэм, фотки получил? Ну надо же. Я вроде звонил по номеру Салливана, а нарвался на тебя. Как дела, Нейт? Рейф. Давно не виделись. Откуда у тебя номер? Салли оставил в баре на салфетке? Если. Так он обошелся бы мне в 3 стопки рома. Но нет, за него пришлось выложить кругленькую сумму. Ага. Надеюсь, ты на всем этом не слишком разорился. Говорят, конкуренция жесткая. Да, вы, ребята, конечно, не промах. Но в итоге решать будет тот, кто доберется до сокровища первым. Ты хочешь наспор? Ну, ты же знаешь, я всегда готов на пари, но моя партнерша, она предпочитает устранять ненужные риски. Рейф Адлер, слушай чьи-то приказы. Времена меняются. Вот что, Нейт, даю тебе последнюю возможность. Бросай это все. Езжай домой, к жене. И я прощу и забуду. По старой памяти. Конечно, заманчиво. Но, знаешь, я не из тех, кто сливается, имея козыри на руках. Ладно. Prodeus Quod Licentia. За Бога и свободу. Хорошие фотки. Композиция. Ты взломал телефоны. Вы украли мой крест. Послушай, Нейт. Если ты такой умник, как думаешь, ты уйдешь в сторону. Что скажешь? Слушай, мне всегда приятно поболтать со старым другом, но у меня вторая линия. Эй, Нейт, погоди. Нейт. Что? Ты ведь в курсе, что у вас телефоны с геолокацией, да? До скорой встречи. Черт. Дай угадаю, к нам уже мчится целая банда. Сэм. За Бога и свободу. Ты понимаешь, что это значит? Сэм, послушай. Прячься, где хочешь, и разбей телефон. Что происходит? Рейв знает, где мы. Быстро найди, где укрыться. Сэм. Сэм. Чтоб тебя. Эй! Я тебе новый куплю. Салли. Похоже, это башня Сэма. Ну точно, она самая. Пошли сюда. Простите. Простите? Где Сэм?
думаешь, Рэй скоро приедет? Предлагаю его не дожидаться. Прости, друг. Сюда. Эй, осторожно!
Сэму плохо придется! Держись! Ты куда, сама? Это был гениально. Второй день! Спасибо. Видишь, получилось!
что-то овалить. Thank you.
выбраться? Живой? Да. Поехали отсюда. Ну, вроде все тихо. Ага. Ну-ка. Род Деус Куод Лисенти. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу. Это их девиз. И все отсылки к раю сразу было ясно. Я вижу, у вас все хорошо. Лучше, чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Либер чего-чего? Либерталия. Эвери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее даже пиратскую утопию. Так, но что сокровище? Короче, по легенде, это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было все общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И все ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Но... И где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. На острове. Северо-восток от Кингсбэя. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберется, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Говорю тебе, сокровище уже, считай, у нас... Как твоя работа в Малайзии, Нейт? Ты слегка сбился с курса. Елена, я... Это не то, что ты думаешь. Правда. Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем... Это именно то, что ты думаешь. Но я все объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Ну, во-первых, это Сэм.
Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Извини. Я думал, он погиб в панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых 15 лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их – сокровище Эвери. Но хорошая новость. Мы его нашли. На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще, была работа в Малайзии? Я... Ясно. Стой, погоди. Елена, стой! Я не понимаю. Я хотел тебе сказать. Знаешь, хватит! Хотел, правда, но вот как? Да словами, через рот! Я хотел тебя защитить. Вот не надо, Нейт. Ты просто струсил сказать правду. Опять. Я же знал, как ты среагируешь. А ты бы как среагировал? Ты же врал мне. Так долго. Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Кто же ты? Да ладно. Я — это я. Ну я же. Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. У меня самолет. Поступай, как знаешь. Эй, что ты делаешь? Беги за ней. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя или спрятать где-нибудь. Он провел в тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно, бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Как прикажешь. Тебе помочь? Не надо. Иди собирайся. Эй, Нейт! Да. Земля! Ну, что скажешь? Неплохо. Встань-ка за штурвал. Знаешь, со всей этой беготней на грани жизни и смерти мы как-то забываем остановиться и оценить красоту момента. А? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Да. Слушай, братишка. Она тебя простит. Точно простит. Мы же вернемся с таким сокровищем. Не знаю.
Просто это будет далеко не в первый раз. Я ожидал чего-то побольше. Да, но мы точно в нужном месте. Теперь надо найти, где причалить.